Здравствуйте, товарищ Арбалов. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об одной довольно-таки простой, но в то же время очень уловистой классической приманке, как твистер. В данном случае вашему вниманию представлен твистер с именем Fat Twister 40, то есть длина его составляет 40 мм. Выпускается он компанией Акара. Довольно-таки относительно молодой рыболовный бренд, основанный еще в 2003 году, но успевший завоевать свое место на рыболовном рынке своей качественной и в то же время недорогой продукцией. Как раз таки можно сказать, логотипом компании, либо их и концепцией, можно точнее сказать, является то, что выпускать очень высококачественные приманки, но по доступной цене, даже российскому рыболову. Естественно, уровень жизни в разных странах отличается, и они как раз-таки выпускают достаточно бюджетные приманки, которые может себе, на мой взгляд, позволить каждый. И в данном случае приманка стоит, на мой взгляд, достаточно дешево, меньше 100 рублей упаковка. В упаковке их 10 штук. Представляете себе приманка, миниатюрный твистер для микроджиговой ловли с вытянутым личинкообразным тельцем, имеющим два паза с верхней и нижней стороны под оснащение его офсетным крючком и классический, достаточно большой по площади и по размерам твистерный хвостик из тонкого, но эластичного силикона приманка изготавливается, очень обильно пропитана аттрактантом, что соответственно сказывается положительно на количестве и результативности поклевок. Приманки достаточно долгоживущие, выдерживают не одну поклевку окуня в данном случае, поскольку такой размер приманки присущ в основном для ловли окуня. Но помимо окуня на данную приманку есть всегда вероятность поимки и мирной рыбы. Бывали случаи, когда на такого рода приманки попадается и плотва, достаточно крупная. Так что приманки дешевые, проверенные и качественные. Всем спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.